мы решили только акапелла петь. Мы хотим развить этот жанр в Казахстане. Вас на всех пятерых одно большое сердце. За эти 5 лет я впервые вижу, что люди, которые выходят на эту сцену, не один, не два, не трио, не квартет, а 5 человек, которым нравится то, что они делают. Просто я в восторге, браво, браво, ребята, так держать. Я думаю, что если все-таки группа впервые в истории X-Factor победит, то это будете именно вы. Спасибо большое. Спасибо. А у меня плохая новость. Для тех, кто сидит на стульях. Потому что один стул придется сейчас освободить. Потому что группу «Видмен» я вижу в своей шестерке. Спасибо большое. Я прошу освободить стул, группу. Да.